Всем доброго утречка, дорогие друзья! Меня зовут Андрей Немодрук, и добро пожаловать на мой канал Indie Production. Слева от меня никого нет, потому что сегодня я буду заезжать в МакАвто и заказывать еду голосами различных мультяшных персонажей из различных мультиков. Давайте посмотрим, что из этого выйдет. Поехали! Здравствуйте, мне, пожалуйста... Слушай, будь другом, спроси, у них есть варенье? Карсон, тихо, я же тебе сказал, молчи. Ну, пожалуйста, будь... Карсон, тихо. Скажите, пожалуйста, у вас есть варенье? Есть, варенье. Варенье? Дайте, пожалуйста, пирог с вареньем. Замечательно. Отсюда уже можно закатывать? Валяйте, пацаны. Дайте мне, пожалуйста, один биф энд гриль для меня и моего братика Джорджа. А можно без бекона? А то я отца не видела 3 дня, я волнуюсь. А, Дональд хочет картошку у Дип. Самую большую он хочет. Мне кажется, что было бы экономичнее заказать меню. А? Так, будет составить меню, чтобы грязь с Дипами? Да. А напиток? Ладно, шоколадом будет? Кока-кола. Кока-кола, хорошо. О боже мой, как вы могли забыть соус? Один барбекю, пожалуйста. Хорошо, есть барбекю соус. Гомер еще просил взять ему пиво, но пиво это вредно и здесь нет пива. Дайте, пожалуйста, игрушку. Проверяйте, верно ваш заказ? Ну, нормально получилось, да? Спасибо. Спасибо. А можно шарик? В прошлый раз не давали шарик. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте. Да. Спасибо большое. До свидания. Ну вот, как-то так, дорогие друзья. Если тебе понравилось это видео, поддержи его лайком, поделись с друзьями, подпишись на канал Indie Production. Ну а еще можешь посмотреть первую серию пранка, где я заказывал еду голосами Губки Боба, Патрика и всех его друзей. Также можешь заскочить в мой инстаграм. Спасибо за просмотр. Приятного аппетита. Она дала мне с беконом, походу. Скажите, у вас есть куби печенье?